Сегодня мы с вами поговорим о рождении самарского герба. Но прежде следует сказать о том, что появился он на свет не сразу, а его рождению предшествовала долгая геральдическая история, которая началась в 1672 году. Именно тогда, когда возник первый русский гербовник. В нем значилось 33 герба разных царств, земель и княжеств. А почти каждый последующий русский правитель вносил в него новые гербы. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».